Так, сейчас сделаем вот эти вот окружности из гипсокартона. Берем лист 9 мм, 9,5 мм. И получается вот наружная сторона, вот внутренняя. Сперва ее, ну, я ножиком попротыкал чуть-чуть вот этим. Вот так вот. Ну, просто берешь вот так вот, тыкаешь небольшими этими дырочками. Все, потом по всему. И потом просто смачиваешь водой. Когда лист намокает, эта вот часть, то есть несколько раз смачиваешь. Когда он уже промокнет, маленько его так на доске чуть-чуть, так, тихоньку, аккуратно сгибаешь. Все, потом выставляем уже здесь. Получается, вот специально это место оставил под профиль. Вот здесь тоже. И сюда вставляем. И потихоньку его нагибаем. Сгибаем аккуратно, потому что если сильно, то он сломается. Осторожно. Так. И заводим сюда. Так, все. Теперь прикручиваем. Получается вот здесь вот направляющие, ну также вот в эту сторону будет, и здесь уже пойдут профиля для вот этого первого яруса. Здесь потом мы отрежем уже ровно по вот эту вот, значит, карандашом отчертим, подставим уровень, ну или просто можно зарядить. Здесь у нас будет прикручиваться потом с этой стороны вот такой же профиль. И все, и здесь будет гипсокартон прикладываться и вот к нему уже прикручиваться. Все. Дальше еще покажу сейчас.